Ведро, помойное ведро, партии ведро, помойное ведро, позор Единой России! Митинг, поэтому говорить можно громко, фактически это спонтанное выступление одного из участников. Действительно, смысл этого плаката в том, чтобы любой гражданин, кто на законных основаниях зарегистрировался, принял участие в выборах. Если в выборах участвуют только люди, отобранные по какому-то принципу лояльности, придерживаясь определенных взглядов, смысл выборов теряется полностью. Не надо бояться участия людей с разными взглядами, с разными позициями, тем более, что оттенки позиций зачастую меняются. То, что казалось ересью 10 лет назад, сейчас считается очевидным наоборот.